Привет, мои друзья зерги, с вами Тед, и если вы хотите узнать, как играть за зерга против Террана в StarCraft 2, чтобы этот матчап не казался вам сложным, и вообще, что происходит в нем, и вы ничего не понимаете, как отбить гелионов, и вас все это достало, вы не знаете, как бороться с батлкрузером, как бороться с гелионами, как бороться с Терраном, соответственно, вы попали куда нужно, и поехали. Я покажу вам очень простой, но очень эффективный билд, который я подсмотрел у Грандмастера, конечно же. Да, то есть все билды, которые я показываю на своем канале, они подходят для игры в любой лиге, неважно, где вы играете. И они подходят для всех любого уровня игры. То есть я беру простые билды, которые вы сможете действительно использовать, пробовать на ладере. Вот, смотрим, значит, у нас начинается дрон, овердрон. Все как обычно. Все как обычно, мы начинаем играть за зерга. Следующая наша цель — это сделать еще два дрона. И обычно мы играем всегда хата, газ, пул, но не в этот раз. Не в этот раз. В этот раз мы делаем, конечно же, пул первый, да? То есть мы делаем первый пул. И можно его делать из одного из этих дронов. Заказываем еще дрончика и еще дрончика. Второй дрон, который 17-й, который вот здесь вот 17 у нас показывается, едет вниз. Едет вниз и будет ставить хату. Это именно такой билд. Пул, хата, газ. Вот так вот. Вот такой вот интересный билд. В итоге мы ставим хату. Терран приходит, все это видит. Видит, что у нас пул первый. Будет играть защитно. Если бы он не поехал в разведку, он бы мог ставить СЦ снизу там спокойно и прочие всякие вещи. В любом случае не забываем поставить 17-й газ. Вот. То есть у нас идет 16-й пул, 17-я хата, 17-й газ. Затем мы делаем еще одного дрона. И наполняем газ, как только он будет готов. Здесь я допускаю ошибку, потому что это ладерная игра. На ладере все мы допускаем ошибки. Правильно было бы сделать 4 собаки, а не 3. Да? То есть всего 2 пары собак нужно делать. Вот. 2 пары. 2 пары собак. Я сделал 3 пары. Вот. Это маленькая ошибка. Из-за нее тайминги немножко собьются, но это не так критично, конечно же. Вот, как только доделался пул и мы заказали собак, мы ставим Роуч Варен и отправляем на газ наших рабочих. И сразу же заказываем королеву. Королеву и одного дрона. Вот, то есть у нас должно было быть две пары собак и дрон. А из-за этого у меня немножко по минералам будет просадка. Вот, королева сразу же, как только можем ее себе позволить. И что у нас делает первый оверлорд? Первый оверлорд у нас прилетает и он смотрит, сейчас должен вылетать рипер. Он смотрит, в какую сторону рипер полетит. Если он полетит сюда, вы собаками оббегаете с этой стороны. Если он полетит сюда, вы собаками оббегаете с этой. Но я вижу, что это реактор, то есть рипера не будет. И значит, я просто могу бежать по прямой. Наша цель — собаками прибежать и отменить вот эту постановку командного центра. Если получится. То есть он ставит его сверху. Конечно же, у нас это не получится. Собаками можно попробовать забежать наверх, но толка нету. Большого, да, то есть, ну, спровоцируем мы небольшие затраты. Нам главное дальше сосредоточиться на том, что происходит дома. Дома у нас достроился Роуч Варен. И заметьте, мы не заказываем газ, это важно. У нас достраивается королева, сразу же делаем инъекцию и сразу же делаем 5 таракана. 5 тараканов делаем как можно быстрее и бежим через всю карту. Королевой сделали инъекцию, бежим вниз. И как только мы сможем позволить себе между заказов, да, то есть, когда у нас личинусы кончились... Вот личинусы закончились, заказываем еще одну королеву на главную базу. Они будут делать инъекции. Вот, экономика у нас 14 рабочих на минерале, 3 на газу. И бежим, бежим вперед, бежим в атаку, как только можем себе позволить. Вот 75 газа у нас скопилось, сразу же заказываем Равагера. То есть, как можно раньше заказываем Равагера, из первого рача, естественно, который быстрее всех бежит. И вот это наша атакующая бригада. То есть в 3.15, 3.20 мы должны уже атаковать. Параллельно с этим мы заказываем кучу рингов на дотекании. И как только у вас хватает газа, вы заказываете еще скорость. Тараканов мы больше не заказываем. Это именно такой прессинг, где у нас 4 таракана и равагер. Мы поднимаемся, и наша задача начинать крушить Террана. То есть у него в 3.30 не будет большой обороны. Овером подсвечиваем, равагером начинаем наносить урон. Стараемся попадать по двум зданиям. То есть между зданий стреляем, чтобы задевать, например, и пристройку, и соплайку.
Вот, таким образом наносим как можно больше урона. Здесь я отдаю лингов, и тараканы не бьют. Это ошибочка. То есть надо было еще подойти, всем бить, и намного быстрее бы мы смогли тогда уничтожить этот саплай. Но в любом случае и так мы смогли уничтожить. Смотрите, здесь во время микро я немножко замешкался, накопил 120 газа. То есть это тоже небольшая ошибка, но старайтесь не копить этот газ, старайтесь обязательно использовать скорость как можно раньше. И скорость выучится через 80 секунд. То есть если игра затянется, вы сможете лингами со скоростью на дотекании, собственно, напрягать Тирана. Тараканами же ваша задача разбивать стенки, убивать танки, когда они выходят вот этим раваггером и тараканами. Вот, собственно, такой вот билд. Но если вы забыли заказать скорость, вы можете, в принципе, здесь, если вы смогли спасти тараканов, заказать пару раваггеров из них и продолжить раваггерами добивать Терана. В любом случае, агрессивная очень стратегия. Очень много юнитов на базе Терана, в то время, когда у него их нету. И вы так сможете одерживать очень классные победы. Вот, а с вами был Тед, надеюсь, вам понравилось. До новых встреч!